интерфейс UCX относительно новый интерфейс, который был представлен этой зимой. Этот аудиоинтерфейс является комбинированным аудиоинтерфейсом, который может использовать как FireWire, так и USB. Подключение к вашему компьютеру, и более того, он может быть использован с вашим iPad. Да, как вы можете заметить здесь, например, с программным обеспечением GarageBand или с многими другими, которые доступны сейчас для iPad. В целом, этот аудиоинтерфейс очень похож на предыдущую модель UC, но он имеет основное сходство с топовым флагманским аудиоинтерфейсом компании RME, это RME UFX. То есть он использует тот же самый Total Mix, у него есть те же самые процессоры эффектов, которые используются в Total Mix. Вы можете использовать эквализацию, динамическую обработку, так же как и на RME UFX. Более того, есть дистанционное управление этим устройством, который в зависимости от комплекта, который вы приобретаете, может либо идти, либо не идти в комплекте. Ну и, собственно, в остальном это устройство обладает тем же самым пользовательским интерфейсом, которыми обладали предыдущие устройства, такие как RME UC или RME 400, Firebase 400. Но данный аудиоинтерфейс подойдет пользователям как Mac, так и PC, который может не быть, допустим, Firewire разъем, но им необходим полноценный аудиоинтерфейс, который они смогут подключить в любом случае, когда есть как FireWire, так и USB. На задней панели этого аудиоинтерфейса располагаются 4 входа на джеках. Ну, соответственно, еще 4 входа на передней панели. Есть входы SPDIF, фактический адап, 8 балансных выходов, разъемы для синхронизация WebClock, breakout кабель для MIDI, разъем для подключения пульта для удаленного управления SD-карты, FireWire 400 и USB-разъем. Разъем для подключения блока питания, регулятор, точнее, рычажок для включения и выключения устройства. Для управления RME Fireface UCX используется аналогичная контрольная панель RME Total Mix FX, где вы можете на каждый канал назначать какую-то обработку как частотную, так и динамическую, и использовать процессор эффектов в качестве сэнда. Есть алгоритмы реверберации и дилея.